Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я делаю большую-большую презентацию и очень вкусное блюдо. Сегодня я буду готовить на своей решетке, которую я сам сделал, самая лучшая, самая правильная решетка для всех настоящих людей, которые любят готовить вкусное мясо, вкусную рыбу на живом огне. Сегодня будут карасики и лещи, жареные на решетке гриль. Ух, класс! Молодая картошечка, жареная в казане. Вот это классный фритюр. Это фритюр из бараньего жира. Как сделать фритюр из бараньего жира, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Также здесь написано очень подробно, как сделать самый вкусный маргарин из любого жира. Бараний жирок. Сейчас я первый раз смазываю решеточку, потому что она только-только из горячего цеха, чтобы она стала такая же, как хороший чугунный казан. Для того, чтобы на ней образовалась пленочка антипригарная, такая же, как на хорошей чугунной посуде. Жар обалденный. И у меня есть лещик вот такой. И два карасика. Карасики были по 1,3 кило. И лещик такой небольшой. И сейчас я хочу такую классную рыбку запечь на новой решетке. Рыбку я сейчас смазываю обычным растительным маслом. Размер решетки я выбрал сам под себя, чтобы на ней помещалось как можно больше всего самого вкусного. Вот так. Пока рыбка греется, я приготовлю смесь белого перчика и морской соли. Карасики к решетке не прилипли, это хорошо, а лещик немножко прилип, чуть-чуть. Ух, хорошо печет. Еще рано переворачивать. Пахнет обалденно. Жар хороший, как раз вот руку удержать можно буквально 5 секунд. То есть для рыбки это самая лучшая температурка. Пусть греется. Главное, после того, как я положил рыбу на решетку, чтобы через несколько минут ее проверить, чтобы она не прилипла. Когда она уже не прилипнет, под ней образуется корочка. А вот лещик чуть-чуть прилип. Первый розжиг, первая решетка, поэтому, конечно же, через 2-3 раза, а может быть и на следующий раз, уже решетка будет прекрасно работать, так же, как и все мои хорошие чугунные сковородки. Для того, чтобы рыбка очень классно поджарилась на такой решетке, жар нужен такой температуры, чтобы вот я руку держу, ну, секунд 5-6, и потом я уже убираю, чтобы жар был не сильный. Тогда рыбка будет очень мягко жариться, прогреваться, и я через несколько минут ее уже переверну на другую сторону. Решетка обалденная. Класс. Самое приятное, что рыбка теперь уже абсолютно не прилипает к решетке. О, какая красивая. Скоро мы увидим, какая она красавица. Класс. Посмотрите, то, о чем я говорил. Ничего не прилипает. Но это только первый раз. Решетка еще начинает только работать. Ух, лещик немножко
мягче, чем карасик, скорее всего. Чуть-чуть подсыпался. Белый перчик и соль. Даже на таком маленьком количестве углей я еще не опускал решетку ниже, потому что она очень энергоемкая, сделана из квадрата 10 номера, обалденная, все размеры профессиональные для самого настоящего ценителя любого гриля. Друзья, эту решетку сделал я, она авторская, и все, кто хочет купить решетку и находится в Украине, пожалуйста, пишите мне на электронную почту, и мы с вами договоримся о условиях, как эта решетка попадет к вам в обмен на денежные знаки. Решетка супер! Класс! Молодая картошка в казане на бараньем жирке с розмаринчиком, с травками. Посмотрите, как классно прогрелся казанчик, как он поет, как картошечка быстро приобретает вот такой золотистый цвет, то, что нужно. Я, как и все люди, которые любят жарить мясо и рыбу на природе, очень много пробовал жарить и на обычных магазинных тоненьких решеточках, и на кирпичиках, и на разных приспособлениях. Но мы все прекрасно понимаем, что, конечно же, лучше, чем хорошая, энергоемкая, толстостенная решетка, еще ничего не придумали. Поэтому я разработал вот такую конструкцию, обалденную. Размеры будут для любой компании вполне подходящими. Здесь можно пожарить и на 2 человек, и на 10 человек. Решетка классная, сделанная из квадрата, к этой решетке ничего не пригорает. Друзья, если вам надоело пользоваться теми малюсенькими решеточками, на которых ничего не получается, пожалуйста, я с удовольствием поделюсь с вами такой решеткой. Пишите мне на электронную почту, и мы договоримся о том, как вы сможете эту решетку у меня купить за деньги. Решетка классная, она уже проверенная, обожженная, поэтому вам все, что останется сделать, просто развести костер и положить на нее мяско или рыбку. Я добавил сюда немного розмаринчика, аромат, конечно, потрясающий. И сюда теперь добавляю соль, черный перец, зиру и кориандр, которые только что размолол в ступке. Рыба! Карасики, лещик, молодая картошечка, все уже готово. Готово на обалденной, классной железной решетке. А здесь настоящий домашний джин. Джин! Настоящий джин из можжевельника. Вот такой красивый голубой цвет. Как сделать обалденный, вкусный домашний джин из пшеничного самогона? Ссылочка вот здесь сверху. Джин может быть и как аперитивом, так и дижестивом. Сейчас я пью неразбавленный джин крепостью 53 градуса для того, чтобы возбудить аппетит. Но у меня и так уже очень хороший аппетит, я уже хочу все скушать. Угу. 53 градуса. Сюда, конечно, оливку было бы классно. Итак, карасик, ребрышко, золотистая шкурка, как классно пахнет, рыба, приготовленная на решетке гриль. Это да, даже не ожидал, как вкусно будет. Потрясающе.
Это абсолютно ни с чем не сравнимо. Рыба, приготовленная на живом огне, на хорошей, правильной решетке, такого классного вкуса. А как же лещик? Лещ. Лещик немножко посуше, но тоже очень вкусный. Молодая картошечка на бараньем жирке. С розмаринчиком. Класс. Друзья, все обалденно, все очень вкусно. Решетка супер. О такой решетке я мечтал всю свою жизнь. О такой решетке будет мечтать любой, который посмотрит, как у меня сделана решетка. Если вам нужна такая решетка-гриль, а вам обязательно нужна именно такая решетка-гриль, какая есть у меня, уже обожженная и проверенная в деле, пишите мне на электронную почту, и мы договоримся о том, как вы ее у меня купите. А также, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте вот такие огромные жирные лайки. Пишите комментарии, как готовите рыбку вы, на чем ее готовите вы. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео, в курсе всех новых напитков и блюд, которые я готовлю. И помните, кухня – это самое спокойное место. Джин. Нападай.